Давидовна Никел нисколько не стесняется демонстрировать отношения с Ольгой Бузовой в социальных сетях и выставлять чувства на показ. При этом он с пониманием относится к тому, что Бузова постоянно что-то постит в сторис. Давид рассказал: «Пошли на свидание, например. Я это сразу же снимаю. И она тоже. Но все как в жизни. Тем более я понимаю, что человеку это важно. Она так живет. Я же не могу сказать «не снимай». Кстати, Манукян сам является блогером, поэтому ему близко такое поведение возлюбленной.